Наша фирма, пускай в ущерб своей прибыли, но она не добавляет никаких заменителей, ни искусственных консервантов, ни транжиров. Я думаю, и останется так и в дальнейшем. Клюква, она имеет бензоиновую кислоту, природную именно. И за счет этого она и хранится, и как бы и приносит пользу организму. То есть это, ну, грубо говоря, природный антибиотик. Здравствуйте, меня зовут Василий Бриленок. Я являюсь директором фирмы по производству кондитерских изделий из дикорастущих ягод. Называется «Ржаница» фирма. Дикорастущую клюкву, которую мы спустили сверху, 7 костей, отправляем сразу на мойку. То есть первая стадия – это вот с этих тазиков она перемещается на мойку и водопроводной водой смывается весь мусор, который так или иначе остается после сортировки. Помытую клюкву отправляем на инспекционный конвейер. Это вот дальше. Ну, вообще идея делать дрожжи, она вообще родом из СССР. У истоков создания фирмы был мой отец, потому что фирма семейного как бы у нас уклада. То есть вот в 80-х годах на законодательном уровне разрешено было создавать такие объединение людей в общество, кооперативы, скажем так. Ну и глубокая наша, тоже не отставая от этого веяния, создала вот такое общество. Выбрали руководителем общества моего отца, он как по образованию вообще инженер-механик, ну и вот он на тот момент еще не думал, не подозревая, что будет делать клюкву, он стал воплощать свои идеи в металле, конкретно они сосредоточились на производстве нестандартного оборудования для пищевой промышленности. И тут как бы вот в то время сладостей было мало, но тогда вот ему попалась на глаза вот эта клюква в сахаре. Она была уже в Советском Союзе. Она была тогда не сильно распространена, но тем не менее присутствовала в магазинах. Ну а так как у нас в районе клюквы много было, то вот он и задумался, почему бы не возродить вот эту сладость, натуральную, полезную как бы ягоду. В 92 году зарегистрировали фирму. То есть потребовалось еще 4 года на его модернизацию, ну, размещение оборудования и выход уже на конечный продукт. И в 96 году уже вышла первая продукция. Вот первая стадия производства дрожжа – это инспекционный конвейер. Здесь работник кладет клюкву на небольшой такой транспортировочный конвейер и вручную отбирает мятую ягоду, возможно, какой-то сорт, там, мусор. И дальше она отправляется на колировочный барабан. Да, здесь смешивается с крахмалом, потому что сахарную пудру надо как-то склеить с ягодой. Просто накатать не получится, она отколется. Поэтому смешиваем в виде как бы клея, используем крахмал. Она смешивается вот, и идет на первую стадию обкатки. Появляется твердый слой первичный, и она уплотняется, сахар на клюкве. Затем идет на выставочный конвейер. Скорость конвейера подобрана так, чтобы крахмал успел немножко подсохнуть и сформировался, так сказать, корпус уже будущего дрожжа. И затем на вибролоток. На вибролотке, возможно, ягодка может склеиться друг с другом. Она тут разъединяется, избытки пудры первичные отсыпаются и идет уже на финальную стадию накатки. Это закаточный стол. Это вообще разработка запатентована нашей фирмой. Такого стола больше нету нигде на производствах. Здесь она накатывается уже вторым слоем пудры и превращается уже в готовый продукт практически. Но это еще полуфабрикат, потому что ему еще надо высохнуть. Изначально, конечно, акцент, он как и сейчас делается на дрожже. Классическое дрожже в сахаре. Потом шли пожелания покупателей к нам, чтобы как-то тут расшириться, что-то изменить. И решили, вот почему бы не начать использовать натуральные вкусовые накатки. То есть вот затем появилось у нас дрожже с какао-порошком, потом пошла корица тоже. При мне уже имбирь, это я уже как бы разработал дрожже с имбирем и с кардамоном. Ну а ассортимент мы делаем из голубики, брусники и малины. Это вот линейку мармеладов,
пластовый мармелад и линейку консервации, то есть это дробленые ягоды, сиропы плодово-ягодные. Но, конечно, в любом случае дрожжи – это наш такой столб, как бы, который, на котором все держится. Изначально дизайн другой, была такая разношерстная какая-то вот цветовая гамма. Получается, дрожжи был в одном стиле, конфеты в другом, там консервация в третьем. Естественно, задачились тем, что как бы все объединить в одну линейку. И плюс, опять же, по отзывам от потребителя обратной связи, дошло до нас то, что хотелось бы больше белорусского. То есть продукт вроде такой уникально национальный, но нету белорусского. В итоге вот вышли на поцелунки-подарунки и объединили в одну концепцию всю линейку. Эту продукцию, если среди многообразия пестроты, которую вы видите на прикасе, вот она реально выделяется своими простыми цветами, белый и красный. То есть этого, и этого достаточно. Даже 10 сантиметров полки, но оно глаз всегда притянет. Вот. Ну, у нас где-то процентов 70 мы белорусского рынка занимаем, ну, если из 100% брать. Ну, может, 60 на 40. В России это Вкусвилл и ВДНХ. Ну, а по белорусскому рынку это в основном, конечно, Минск. Практически все крупные сети Беларуси, кто платежеспособный, скажем так. Вообще наше предприятие именно в промышленных масштабах, мы единственные в Беларуси, кто производит данный продукт. Почему никто другой не занимается этим? Ну, ролики в Ютубе, знаете, смотрят, как приготовить клюкву в домашних условиях. И там девочка с таким красивым фартуком берет эту тарелочку клюквы, там какой-то яичный желток, там этот белок, раз-раз, там тяп-ляп, ну и вроде да, получается тарелочка красивой клюквы там в сахаре. Ну, эта тарелочка там грамм 200, а когда у тебя в смену делается 800 килограмм дрожжа, то как бы это немножко другие технологии. И меня вот это всегда, конечно, умиляет такое, что клюкву сделать проблемы нет. Но почему-то, вот заметьте, я думаю, если бы можно было сделать так просто, как вот в Ютубе, я думаю, уже давно бы нас бы задавили конкуренты. Клюква, она имеет бензойную кислоту, природную именно. За счет этого она и хранится, и как бы и приносит пользу организму. То есть это, ну, грубо говоря, природный антибиотик. Изначально наша фирма принимала ягоду в цеху, где производила клюкву. Это по санитарным нормам неправильно делать. Не должно быть смешения потоков готовой продукции и сырья. Поэтому 2 года назад у нас, ну, получилось и финансово, значит, вот построить такое здание. Здесь теперь в сезон закупки мы принимаем дикорастущую клюкву, ну и все бруснику, голубику, малину. Понимаете, что сейчас клюква, оказывается, тоже это стратегический продукт, на самом деле, получается. Как говорится, красное золото. И очень много клюквы, я заметил в последнее время, стало уходить на экспорт. Уходят в страны Балтики, в Россию, конкретно вот Москва, Санкт-Петербург. И столкнулись с тем, что для собственного производства уже не хватает нам этой клюквы. У нас тут прямая конкуренция. Открываются рынки Москвы, цена сразу взлетает, ну, раза в 3. Естественно, мы за ценниками московскими не угонимся никогда. Нам на год надо, ну, где-то 30-35 тонн клюквы. Ну, и цена, средняя цена была 5 рублей за килограмм. Ну, это 150 тысяч. Но в этом году, думаю, будет не меньше. С тобой сейчас никто не будет, как раньше, писать на тетрадку долги. То есть есть деньги, тебе клюкву везут. Нет денег, ее повезут в другое место. То есть сейчас нет проблем со сбытом клюквы. Клюкву забирают все. Вопрос, кто заплатит, как бы сразу. У нас есть подушка, да, финансовая, именно на закупку мы оставляем. То есть у нас лежит на депозите определенная сумма. Вот ее потом в сезон мы их снимаем и потихоньку рассчитываемся. Вообще болото ж это легкие Европы, как бы. И, ну и тут понимаете, что проблема в том, что много на юге болот, тут тоже Полесье, если взять. Но тут ввиду вот 86-го года, когда случилась эта катастрофа на атомной станции, эти болота загрязнились, ну, серьезно так, радиация. И там клюква есть, но ее нельзя употреблять в пищу. Поэтому таких чистых болот, на самом деле, тут по стране у нас не так и много. Ну, поэтому мы и акцентируем внимание, что у нас входной контроль свой. В любом случае не проскочит как-то случайно там фонящая ягода к нам на производство. Вот выехали на болото, увидели, как, ну, простой селянский человек, селянин, скажем так, шел и
собирал бруснику, а потом следом ее выкашивал. Ну, видимо, вот сам брусничник. Я так подозреваю, что это в каких-то, ну, сдавал, наверное, потом или куда-то в аптеку, то есть он выкашивал. Он не заботился о том, что на следующий год на этом месте ягоды уже не будет. То же самое и по клюкве. Вытаптывают, как вот эти собирают комбайнами вместе с листом, ну, в общем, неряшливо. В погоне за наживой, скажем так. То есть никто не заботится о завтрашнем дне, ну, условно говоря. И мы этим вопросом озадачились и вот создали такое общественное объединение. Называется «Клюквачи». Занимаемся именно вот по большому счету именно природоохранной деятельностью. В общем, можем как бы ездить и в рейды, то есть проводить какие-то семинары, то есть рассказывать, как клюкву собирать. То есть вот цель такая – объяснить людям простым, что нельзя ее варварски уничтожать. Ну, основная проблема, их несколько, конечно. По закупке, ввиду санкций, наложенных на нашу страну, на соседние страны, конечно, весь импорт подорожал. Он не сказать, что он исчез куда-то. То есть у нас импортные составляющие – это орехи в первую очередь. Ну, вот это агар-агар – это вот именно идет желирующий компонент для мармелада. Мы используем его как морские водоросли. И, ну, цены, естественно, увеличились. Ввиду того, что там как-то, ну, в любом случае, поставщики находят лазейки какие-то и провозят этот товар, только через дополнительных посредников. Ну, это одна, как бы, трудность. Другая трудность в том, что даже когда вот ты товар, продукцию свою поставил, сложно вернуть деньги. То есть я не понимаю, почему так получается. Ведь мы поставляем продукт, сеть продукт продает, плюс она накручивает свою прибыль, и, собственно, эти деньги уже приходят к ним на счета. Но они не им, как бы, совести им не хватает, скажем так, вот рассчитываться с поставщиком. И поэтому даже вот я, как, несмотря на то, что директор, приходится ежедневно, вот у нас там есть на 3-4 листа список должников, ну, обзваниваешь, как бы пытаешься давить на совесть, как-то уговариваешь, понимая, объясняя, что да, сейчас там продукция менее востребована, придет осень, зима, когда опять люди потянутся за ней. То есть, ну, если уже не понимают, тогда есть вот несколько сетей, с которыми уже подали иски в экономический суд. То есть по производству мы-то все сделаем, проблем нет, и отгрузим, но не платят. Главный стимул – это то, что мне за свою продукцию не стыдно. Это в первую очередь, потому что я вот горжусь даже, можно сказать, что я делаю этот товар. Как и вот тоже поговорка, то, что нас не убивает, то нас делает сильнее. Я думаю, что мы переживем и этот кризис, и все же я верю, что впереди нас ждет светлое будущее. То, что прошел мой отец, допустим, даже взять, это ни в коем случае можно не сравнить то, что сейчас я прохожу. То есть это настолько ерунда, вот у него было действительно жесткое вот становление этой фирмы. Поэтому мне грех жаловаться. К нам вот стандартно где-то 5-6 запросов всегда приходит в год по открытию бизнеса где-то там в Сибири, где-то там на Дальнем Востоке. И у меня уже есть даже дежурное коммерческое предложение на этот счет. Ну, в среднем где-то 300 тысяч долларов надо. То есть это чтобы просто воссоздать в металле линию, там техническую документацию выдать и обучить сотрудников. То есть это надо штат людей набрать, это производственное помещение найти. Не так просто все сказать и сделать. По выручке, ну, в месяц где-то 150, ну, 120 тысяч вот рублей ежемесячная. Ну, мы вот так держимся. Ну, за прошлый год где-то 1,5 миллиона у нас было. Ну, налоги где-то 300 тысяч вот заплатили за год. Вся чистая прибыль, она не идет в карман собственникам, а идет на расширение, опять же, производства. Каждый год я пытаюсь как бы что-то начать зарабатывать себе, но тем не менее вот реальность заставляет как бы вкладывать, потому что если не будешь вкладывать, то ты остановишься на месте, надо все время идти вперед. Тогда вот как тоже пословица, движение – это жизнь. То есть надо двигаться, тогда ты будешь конкурентным, тогда ты будешь
как бы, ну, продаваться. Как только ты остановился, ты уже опоздал, скажем так. Я понимаю, что 21 век – это век заменителей. Ну, и я могу понять и производителей, которые уменьшают свои расходы, заполняя состав как бы заменителями, дешевыми заменителями. Я позиционирую вот это островок безопасности для клиента, для потребителя, который, то есть, его можно дать смело как ребенку, так и взрослому пожилому человеку. То есть, вот это показатель качества, показатель как натуральности, скажем так, продукта. Вот я позиционирую свою продукцию так, и мне за нее не стыдно.